Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Короче, пиратов нет, да, под Милхауса. Там хорошие штуки есть под него. Дизельемы. Все, да не все прикольные, все троица прикольные. Может, у нас будет лема, может, мы четверки на себя не прокрутим и там что-то найдем. Мокрая девочка. Тысячи чувствую себя виноватой за этот луз. Прости, я люблю, когда ты выигрываешь. Пусть теперь только первое место. Спасибо, мокрая девочка. Не чувствую себя виноватым. Виноватой. В лузе на только я и пираты это дурацкие, спят это верные, под закабры кусок говна, который максимально раскрытие сделал, все вообще забафал. Just the two of us, you and I. Just the two of us. А смысл не левелапать? Наверное, там билеты такие там. Вообще, яблочко можно было подлочить даже. Попробовал что лучше найти, там, именно монету. Да, он билеты нашел, окей. Just the two of us. Яблоко пойдет, яблоко, да. Ну, я думаю, монета какой-то. Вот, мокрышка, спасибо тебе, спасибо. Рерол лучше, либо банан. Вообще, подожди, это 2-2 дает. Эта хрень дает 0-1. Наверное, рерол лучше. Па-па-па-па. Будет лишнее что-то, чтобы найти что-то. Let's go. Ладно, звучит все равно забавно. We can make it a future, just the two of us. You and I. Just the two of us. Just the two of us. We can make it if you try. Just the two of us. You and I. Что за трек, то just the two of us? Только там что-то невнятно немножко поет. Пойду в последней серии безработно, посмотрю, чтобы когда вернулся 16к было. Ты что там серия ведет настолько долго? Минус 40 что ли? Тебе палец в рот не клади. Балинский, ну ладно. Мокрая девочка. 250. Скажи, пожалуйста, какие твои любимые корейские рестораны в Москве? Кстати, насчет люблю этого. Крахмальную лапшу, чапча с креветками и овощами. Очень вкусно.
Так, сейчас, секундочку. Спасибо, мокрая девочка. Ём, за 250. Вот, насчет. Сейчас, секунду. Ё-моё. Ё-моё. Так, ладно, левел происходит. Думаю, мы монеты же заберем. Больно, плохо, но ничего страшного. Вот, и Оксана, ничего себе, спасибо за подписку на Boosty за 1500. Что просто? Что? Что? Большущее спасибо, Оксана, ничего себе, вау. Сюда, ребят, сюда подписка на Boosty 1500. Let's go, let's go. Вот, а насчет, короче, корейский ресторан в Москве. Я там заказывал что-то на доставку, честно говоря, уже не помню. Потому что я не часто это делаю, но в целом я не этот... Не всякие так крахмальные лапшу там, ну, то есть рамены беру иногда. Но вроде прикольнее, когда там всякие вот раскладывают, типа бенто, или не знаю, как называется. Где-то чуть того берешь, чуть того берешь. В этом вроде прикольнее. Блин, по весам реально не подскажу. Все good. Так, сейчас по трекам давайте поставлю. Молочь уже просто? Или сразу берем? Окей. Браво. Блин, ну корейская кухня себе прикольная. Мне нравится корейская кухня. Как и Бран, Бран тоже был хорош. Сейчас, секундочки. Есть, есть. Let's go! Есть подписка для Оксаны. Направо, блин, направо, бутычкой вообще ничего сыграли. Так, ну мы пока зачилим один ход хотя бы, да? Единственное, что здесь придется тройки забирать, походу, ну ничего страшного. Вообще, на тебя тоже был забрать. Короче, просто что-то поставили на стол, не так важно. На следующий счет что-то прокрутим по нечеткам и в левел пойдем, потом пятерки поем крутить, чтобы таких штуки находить. Но идем спел на Вольф, то он будет здесь, наверное, оставаться и... И можем все это дело крутить в четверке. С победой, ну, все еще могут окрутить на сцене больше, но мы близки к победе. Типа, если мы выйдем сейчас пятерку, найдем себе еще таких вот штуки, то мы прям очень-очень близки к победе. Но проблема, что еще нет всяких пиратов, да? То есть нет пирата, который бафает... То это еще не бафает, это за покупку, короче, это с полым. Это очень много экономики.
В Москве есть корейский ресторан Хайт, он со столами для барбекю, если нравится ему мясо жарить. Ну, прикольно, кстати. Мы-то в Дубае еще такое делали. Только он типа корейский такой себе, они говорят, типа корейский. Хопа, хопа. Семь, пятнадцать, пять, ну. Так мы фатимся. Набирай как бы счетки, но счет они бесплатные, с них падают другие, короче, карты. Нормально все. С них падают не счетки. Вот так вот. Можешь позабрать. Да-ди-да-да. Да-ди-да-да. Да-ди-да-ди-да-да. Надеемся, что мы сейчас справимся. Муры довольно сильные, но это может не хватить вполне. Вис опасен, но я говорю, что он может, типа, накрутиться жестко. Можно было вообще остаться, пробовать даже фул в тройке накрутить, точнее, ну, фул тройки покрутить, чтобы чисто максимально здесь пробовать его пробить. А не идти в левел, как мы сейчас сделали. Так, по трекам вроде все поставил. Блин, спасибо большое за поддержку, очень приятно. Ну, хотя бы одна пятерка выжила. Что можно было тащить хорошо. Потому что две пятерки без снайпа-то вроде бы не очень много выходило. Ладно, 15 пробили. Он бота, правда, получает. Есть пятерочка. Дракон хороший. Пока я. Да что вы кабота? Я подумал. В этом есть брат практически под музыку, он в одном моменте дает. Другой так не имеет. Так, Лем пробивает всех по 15, да? Ну, он сам его пробил, это небольшое это достижение. Окей, супер силен. Золотая буря, жестко прокрутился. Ладно, это очень круто. Он за зрителями прям нереально большой. Золотой зарит, золотой свой бадди. За счет этого спыла играется много раз. Он может прям очень круто раскрутиться. Йола, и не попай сюда, да?
Харт, мокрая девочка. Тысяча насмотрелась, как ты вкусно ел гречку. И заказала себе завтрак из Кафнмании. Увидела в меню десерт Глория. Такой милый бегемотик. На тебя похож. Посмотри сам у них на сайте. Как бегемотик. Как бегемотик. Блин, большое спасибо, конечно, за поддержку, мокрая девочка. Завтрак из Кафнмании, увидела мини-серт Глория, такой милый бегемотик. Все, ребят. Здесь поиск. Вот это вот на меня похоже. Чё, это на меня похоже? Один в один. Чё, ты говоришь, что нет, не похоже. Ничего не знаю, в чате ребята говорят, что не похоже. Ладно, играем. Рано или поздно мы сейчас найдем все это в золото. Когда-нибудь. Может, четкие сплы по один голде крутить? Ну, типа, ты голду тратишь на яблочко, ты можешь купить карту за 5, которую ты ее все равно поставишь в продаж, то же самое, одна голда выходит, и ты можешь себе найти себе что-то прям прикольное. Во-первых, карты, дающие карты есть, плюс есть всякие, ну, типа, триплет, шанс, там, короче, крутить карты лучше. Если, конечно, тебе со сплов не будет только монетки по КД падать, которые, ну, типа, по себестоимости. Зачем свою фотку показал, но не настолько похож. Я бы засудил то, что скопировали игрушку с тебя, что думаешь? Думаешь, что не настолько, ребят, похож, не настолько. Да, я пытался собрать триплетов, ты делал. Вот прикинь, сейчас бра надо поставить на стол. Найс. Найс, найс, найс.
Правда, ребята, это nice, nice, nice. Так, можно ли что-то еще придумать прикольное? Возможно, надо я тоже поставить, продать что-нибудь. Минус ты, плюс яд. Орлану не будем. Хард мокрая девочка, 2000 это тебе на Глорию. Обещай, что закажешь себе и попробуешь, ведь ты очень вкусный. Шоколадный крем, крем из карамельного шоколада и крем из банана с карамелью и шоколадный мусс с бананом. Сколько? Окей, я закажу, хорошо, без проблем. Большущее спасибо. Я, кстати, этот, не особо люблю прям, ну, такое, ну, слишком сладкое. То есть, ну, часто раз не есть, но... Но закажу, хорошо. Большое спасибо. Басажа, брос руки призывать. Ну, ранее не буду. О, пока симку не даю, пока хз куда. Что поведем на первый слот, окей. Плохо. Ужасно. Отвратительно. Не, не отвратительно. Наврал. Ты как читаешься? Это существо как раз пора выбрать. Давай, ладно, давай садим. Что-то подбрал, давай. Какие Вольвы, перестань.
Ну да, теперь я хотя бы может куда-то перескочить. Походу, все время, да, факинс фулскам нужен. Ну хотя да, там за счет ракушки у себя будет намного больше сетов. Уже вылетел. Живем, но, по-моему, хрен выиграешь, честно. Кемех тогда может уходить. Все может уходить, это... Я все еще должен пятерка рипа, почему? Потому что здесь есть и Лерой, и Токсики, и все на свете. Все в пять. Ну, она все равно не справится. Какая? Слишком мало ядов. Только последний получил. Бам. 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 Ба-бам. Бам. Ты за больше шансов, хорошо, хорошо. Ну все равно, даже если мы заменили все это бы на еще Лерой, допустим, еще Мурлока, еще так далее, то мне кажется, равно не хотелось. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.